Уроки по расписанию. Новопесцовскую среднюю школу Станислав Воскресенский посетил крайне деликатно. В классы не заходил, чтобы не отвлекать ребят от занятий. А вот к директору вопросы были. Итоговая аттестация 2017-го здесь прошла далеко не на отлично. Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам ниже средних значений по региону. Педагогический коллектив ситуацию проанализировал и надеется, что итоги предстоящей аттестации будут лучше. Возможно, и потенциал учеников такой. Возможно, дети не совсем рассчитали, скажем так, свои силы. Может быть, ошибочно выбрали предметы по выбору, не совсем сориентировались. Но надо сказать, что педагоги работают на все 100%. Они готовят ребят добросовестно, открыто, честно. В общем-то, как и всегда, мы работаем.